За отсутствие маски, а также за то, что уехал по-английски, водителю маршрутки грозит штраф. Масочный режим, все еще действующий в регионе, был нарушен, причем в довольно агрессивной форме. Напомним, за такой проступок пассажиру придется раскошелиться на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей, а для юридического лица наказание жестче. Перевозчику грозит до 300 тысяч рублей штрафа. С начала года в Самаре провели 472 проверочных рейда. За это время составлено 178 протоколов, 19 только за последнюю неделю. Работу мы продолжаем. Вы знаете, что ситуация по коронавирусу не очень благополучная в нашей области. Поэтому призываем всех наших граждан соблюдать все элементарные меры предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором. В масках в обязательном порядке должны быть также кондуктор и водитель. В противном случае, даже если они по требованию контролеров сразу наденут средства индивидуальной защиты, организация вынесет им дисциплинарное взыскание. О нарушении правил водителям и кондукторам может сообщить любой пассажир. Также они могут сообщить, если в общественном транспорте жарко. Если в салоне автобуса вы наблюдаете, зашли и ощущаете, что очень жарко, вы по инструкции должны обратиться к кондуктору либо к водителю и попросить убавить отопление. В утренние часы и вечерние часы еще прохладно, поэтому, опять же, кондукторы и водители нагревают салон, чтобы нашим пассажирам было комфортно. Главное, чтобы маски были надеты правильно на нос и у нашего экипажа, у кондуктора и водителя, и у пассажиров. Использование средств защиты органов дыхания и соблюдение социальной дистанции – необходимые меры безопасности. Контроль за масочным режимом в общественном транспорте проходит ежедневно с утра до вечера с участием полицейских. Сегодня утром составлен еще один протокол уже в первый час рейда. Он стартовал с Куйбышева и Некрасовской. Однако в график проверок включаются не только улицы с активным трафиком. Контролем охвачены все виды общественного транспорта во всех районах Самары. Рейды организуются по-прежнему в усиленном режиме до 12 проверок в день. Мария Ильевна, Николай Сидоров, «События».